Так, ребятушки, еще раз всем привет. Это вторая часть распаковки трех посылок с Америки. И, в общем, и так то видео получилось сильно длинное. В общем, распаковываем третью коробку. Ну, садись со мной. Так, ну, поехали, девчонки. Вот такое огромное кофе. Вот такая банка большая. Будем пробовать. Вот распаковку сделаем, сядем, кофе будем пить. Так, вот такая банка. Это банки вот эти все. Так все убрала остальное, эти оставила тут. Мам, потому что... А... Я все разложила там по местам. Поздоровайся, это новое видео, может то кто-то не смотрел. Снова с другими подписчиками поздоровайся. Всем привет. Комуське столько счастья. В общем, все. Лето сейчас закончится. А когда же мы с тобой заниматься будем? А? Уроки все равно будем делать. Хоть у тебя и игрушек столько. Столько всякой писанины, столько планшетов Севда прислала. Банки ставлю сюда. Это, девчонки, детские омега-3. Это взрослые омега-3. Это паприка. Это тальк. Тальк мятный. Это витамины. В общем, вот это все-все. Вот это будем изучать. Это? Севда нам расскажет. Так, девчонки, вот такие вот специи для стейка. Говорят, специи просто обалденные. В общем, для мяса само то. Они уже идут с солью. В общем, будем готовить с такими специями. Огромная банка, тяжелая такая. Так, девчата, вот эта термокружка. Севда мне за нее говорила. У нее тоже такая же есть. То есть наливаешь кофе сюда, берешь с собой. Она достаточно такая вот. Ну, и кофе горячее очень долго сохраняется. Вот такая крышечка у нее. На двоих вот так вот брать кофеек, особенно когда мы видим навязанный рынок, взяли с собой и можно вот так отдохнуть, посидеть, попить кофе. Севда, спасибо тебе огромное-огромное. Я вообще как-то это все собирала, как это все вот это купить, приобрести и все то, что нужно, и всем, всей семье вот так угодить. Севдушка, спасибо тебе. Так, девчонки, это мне, это маленький штативчик. У меня маленького такого не было никогда. Ну, вот большая лампа. Теперь удобно будет все снимать. Все-все. Буду им пользоваться прям на ура. Я хотела покупать, но когда ты мне уже сказала, говорит, Юля, я тебе вот такую штуку положила, а я тогда уже все, не стала ничего не предпринимать. Так, ой, он еще и с лампой. В общем, покажи-ка. Так, вот так он ставится. Так, на пульте он работает, это я знаю как. Так, это все прикручивается. Пульт управления. Так, а как же это включается? А, он на батарейках, то есть не надо никаких проводов. Ну, девчонки, теперь буду снимать, снимать и снимать. Так, это еще штучка регулируется. Ой, Севда, спасибо тебе большое. Ты я говорю, все учла, все, что... Ну вот для меня, для детей, для Эдика тоже, для Тимура, для Алины, для мамы, для моей. В общем, всем-всем-всем. В общем, вот это так прикручивается уже потом все. И он вращается в разные эти положения, принимает. В общем, как тебе надо. Сюда вставляется батарейка. То есть не надо, у меня раньше были, это надо включать в розетку. Надо искать место где-то около. А это поменял батарейки, все, и пользуется. Севдушка, спасибо тебе большое-пребольшое. Так, это вот сюда ложу. Все, в сборе, чтобы было. Так. Дальше. Так, это у нас идет гималайская соль. Гималайская соль. Ее, по-моему, добавляют, когда купаешься. В общем, Севда, все-все расскажешь. И все-все запаковано вот в таких пакетах, которые для заморозки идут. Все, она запаковала. Очень много таких пакетиков. Севда, и пакетики тоже. Все пойдет в дело. Так, дальше. Вот такая термосумка. Это когда куда-то едешь. Берешь с собой на природу. Там холодная, горячая. Это что и это? Все, термосумка. То есть горячая будет горячим, холодная будет холодным. А, я знаю. Спасибо, Севдушка. Огромная-преогромная. Кама уже ест конфетки, да? Угу. Столько конфет всяких. Но это уже, девчонки, кто не смотрел, это в тех посылках. Вот эти червячки слишком кислые. Так, дальше.
Так, девчата, это маски. Это все маски. А мне можно их одевать? А тебе куда? Ты и так молодая, красивая. У тебя кожа, как у младенца. А я хочу, чтобы это золотые маски. Маски с золотом, девчонки. Ну, в Америке там только нету, да, мам? Да. Так, это крем-маска. А голубая, это, по-моему, маска, которая шипит, девчонки. Вот то, что такая, поняли, да? Шипящая маска. Вулкан. Так. И это какие-то маски. А, это корейские маски. Ну, все, что корейская, да, косметика, она сейчас вообще на ура расходится. Из корейской косметики у меня тональный крем и... А, тональный крем и маски тоже я покупала корейские. Так, девчонки, вот это тоже, это мое. Это знаете, что их сейчас вот только недавно, по-моему, стали продавать. В общем, вот это, такие два валика, это настоящий камень. Вот видите, разравнивать, то есть делать массаж лица. Есть специальные видеоуроки, как это все делать, чтобы вот... Все морщинки, все-все-все. А, то есть, как вести этот, эти валики. Подчеркнуть скулы. Подчеркнуть скулы хочешь. Там вот это все вот разгладить, подбородок убрать. И это реально работает. Говорят, для лица лучше, чем массажа, ничего нету. Так, и вот такой вот шпателек здесь лежит. Это тоже для глаз. То есть над глазами, под глазами. Севда, спасибо тебе огромное-огромное. Она мне тогда фоткала, высылала. Говорит, это я тебе, у меня, говорит, даже такого нету, говорит, тебе купила, положила. Севдушка, спасибо. Так, это у нас что идут? Это мочалки, девчонки. Это две мочалки. Мама, вот такие. Я никогда таких мочалок не видела. И я не видела таких, да. Ну вот, будем как раз в новой ванне будем, девчонки, пользоваться. Угу. Так, это наборчик. Кисточек. Деревянные, они снимаются, да. А, нет. Да, снимаются, моются и опять одеваются. Лопатки, ложечки, кисточки, лопатки. В общем, для кухни. Севда, спасибо. И там тоже в том видео и кастрюля, и ковшик, и контейнеры, и вот эти вот чашки одна в одну становятся. Севдушка, спасибо тебе большое. Так, это у нас идет Nestlé. Это идет кофе с молоком. Детский напиток. Почему только детские? Где? Вот. Тогда это мне только сюда. Только вначале. Тебе и все? Угу. Так, смесь, приправы. Приправы, девчонки, откладываю отдельно. Мы с Севдой спишемся, все нам не объяснит, что куда добавлять. Так. Так, это, девчонки, носки. Она мне говорила, это носки Рибок настоящие. 6 штук их здесь. Это носки, в которых не потеют ноги. То есть это носки для занятия спортом, для спортсменов. Вот. 6 штук. Дальше. Вот такое вот кофе, которое варить. Да, девчата, я же говорю, я ни у кого ничего не прошу. Ну вот сколько девчонок отправляют и посылки, и сколько кофе. Мы стали пить вот такое кофе разное, из Израиля, из Германии, вот теперь еще из Америки. Так. Это у нас что-то такое идет, какая-то салфетка. Это, видать, может для протирания экранов, телевизоров. Ну тоже у Севды все спросим. Вот такая салфеточка. Дальше. Это у нас что? Ой, а что это, девочки? Сейчас откроем, посмотрим, что это. А, это полотенце, девчата. Это полотенце, просто они между собой так скреплены. Вот такие вот полотенчики два. Севда, спасибо, спасибо тебе большое. Да, все вот. Америка. Все на американском написано. Так, в целом, все понятно, что есть. Ну, вот по специям такое, вот я уточню у Севды, что это, куда добавлять, куда применять, все подпишу. Так, омега-3. И вот такая еще, да, вот они одинаковые, омега-3. Но она высылала и для нашей семьи, и для мамы. Маме тоже после инсульта ей витамины сейчас вот хорошо это все пить.
Так, One Day. Это у нас для кого идет? Она и мне, там маме 50+. И так, тут для чего идет? Для костей, для сердца, для волос, ногтей, сила, энергия. В общем, все у всех. Здесь аж 300 таблеток. Вот такие вот огромные банки. А то, что я витамины пью, девчонки, они тоже американские. Но там идет 60 таблеток, и стоят они, конечно, ого-го. Ну как, ого-го, не ого-го, но тем не менее стоят. Вот, и все, все вот это, все хорошие, все хорошие витамины, даже недавно смотрела передачу, они все родом с Америки. То есть вот эти витамины, что продают у нас в аптеке, ну это, скажем так, слабая версия. Так. А, антистресс, она говорила Камуське вот такую игрушку, единорожку. Она ее, видите, сжала, чтобы она места мало занимала. Это подушка, чтобы мало места занимала, чтобы в посылку. Она говорит, как эти... И мама ей помогала посылку собирать. И спасибо и маме, и всей твоей семье, Севдушка. Она говорит, у меня мама хорошо, говорит, ну, упакует, что, говорит, много вмещается. Камуся, смотри, тебе какая подушка, единорожка. Ой, она такая приятная. Чего, скажи Севде, что надо сказать? Спасибо большое. Сколько она тебе всего, да, на рада? А то целая коробка, это только Камусе, там мы в том видео распаковывали. Это она там сейчас все занесла туда в комнату, и она вся там. Там и портфель, и сколько всего она только, пахнет, чего там только нету. Вкусно. Пахнет вкусно, да. Единорожка. Так. Девчата, вот еще витамины, да, вот для мамы. Здесь 275 таблеток, 50+, тоже сердце, головной мозг, глаза, косточки. Вот. Это уже к маме поеду, повезу ей омега-3, и этот, и что она для мамы передавала. Так, дальше. Это я не знаю, что это такое, девочки. Это мне Севда расскажет. Какие-то пластинки. Чего пластинки, не могу сказать. Пахнет как парфюмом каким-то. Ну, в общем, Севда мне расскажет. Это тоже все, где специи. Вот это все, всякие, это все отдельно ложу. Так, девчата, вот это я знаю, что такое. Мне Севда говорила. То есть это ложится, видите, здесь засушенные цветы, листики всякие. Это ложится в ванную комнату. Ну, можно не обязательно в ванную комнату. В вазочку какую-то. И оно стоит и убивает все запахи, всевозможные запахи. Так что вот в ванную комнату, когда ремонт сделаем, конечно же, я это все применю. Я уже придумала, куплю такое, знаете, есть такой продукт, большой бокал, как ваза. Ну, все знают его в каких-то организациях, ставят конфетки там. И вот туда высыплю вот эти засушенные гербария. И не будет никакого запаха. Здорово. Так, это салфетки. Так, девочки, это мне. И этим я буду заниматься. Это резинки для занятия спортом. Вот, видите. Как раз качать руки мои, которые начинают провисать уже. И всем этим буду заниматься. Так, здесь еще и другие резинки она мне положила. То есть... Это идет уже как тренажер вот такой вот. А здесь резинки вот такие. Тоже буду вот этим всем заниматься. Это не бег, ничего я не поврежу. Так что вот и я, и Алина с удовольствием будем заниматься. Севда, спасибо. Ты все-все-все во внимание учла. Так, это губки. Это губки у нас для посуды. Вот такие 4 штучки здесь. Обалдеть. Это что? Это целый пакет всякой всевозможной косметики, духов, помад. Так, ну это вот типа шариковый, это как Рексона у нас. Так, это мне Севда говорила, очень приятные запахи, ароматы. В сумочку ложишь, брызнулся. В общем, типа как туалетной воды, вот, ну, духов. О, боже мой. О, боже мой, чтобы этот запах был постоянно. В общем, вот такая вот, как туалетная вода, говорит, сумочку кинула, говорит, всегда этот, всегда под рукой.
Еще столько нам не пробников, это в том видео. Там и Dior духи настоящие, каких только нету. Так, это все бальзамы для губ. Обалдеть, сколько их, Алина. Мы столько с тобой, наверное, за всю жизнь не расходовали. Мама, сколько сейчас здесь. А мне тут. И тебе, конечно. Где? Вот это все бальзамы для губ. Дай-ка. Кофе. Кофе или какао. Мама. А, да. Я хочу вот этот. Ну, в сумочку иди к себе ложи. Но им просто так не мажут. Это когда... чтобы губы не обветривались, да. Они цвет дают, интересно, ну-ка, да, как помада. Нет, цвет не дают, то есть она бесцветная, это просто бальзамы. Угу. А у тебя с губами, вон, как ветер подует, вечные проблемы. Угу. А это что, это резинки, чтобы... Так, вот это так мне Севда все расскажет. Вот это все происхождение вот этих баночек. Тут скрабы, это, наверное, кофейный скраб. Я тогда скраб кофе. Тут тоже скраб кофе. Так, коллаген. Вот это, девочки, коллаген. Это после 30 коллагена у нас не хватает. Севда, спасибо. Это все вот эти вот места. Все будем разравнивать. За коллаген очень много слышала. Да, он дорогущий, конечно. Севда, спасибо тебе большое. Обязательно буду пользоваться. Мы с тобой все распишем, когда, что это наносить. Так, это у нас идет. А что это идет, девочки? Откуда же я знаю? В общем, мы все это Севдой уточним. Так, это у нас что? В общем, это тоже мне Севда все расскажет. Так, это складываем сюда обратно. Обалдеть, целый пакет женских причуд, масок, всего прочего. Так, девочки, вот эти кроссовки. Ой, кроссовки, тут в кроссовках еще. А, это витамины для мужчин. Для мужчин тоже, для сердца, для глаз, от давления, для мозга, для энергии. И для иммунитета, это для Эдика. Здесь 300 таблеток. То, что эти витамины работают, девочки, это 100%. Вот мы там думаем, витамины, что там, да? Оно такое все безобидное. Но когда после операции я месяц была вот такая-никакая, я мне думала, я уже, у меня были мысли, да зачем я это все сделала, да зачем я была нормальным человеком. Ничего не болело, но состояние было, ты не радовался ничему. И когда я купила витамины и начала их пить, я вам говорю, я на следующий день меня так подорвало. Потому что у нас много чего не хватает. Магния, мы же не ходим, не сдаем там, каких бэшек у нас не хватает, чего там еще у нас не хватает. И вот эти витамины, говорят, надо пить после 30 лет, после 50 лет, прям регулярно, курсами. Так что вот это для Эдика тоже буду следить, чтобы он их пил. Я пью, девчонки, не пропускаю. Так, Севда мне показывала, это кроссовки она купила Эдику. Эти кроссовки даже не просто там простые какие-то, да, то есть тоже это кроссовки дышащие, чтобы не потели ноги. В общем, в фирменном магазине она брала, и Тимуру тоже, я вам показывала, да, в том видео, и Тимуру кроссовки. В общем, с удовольствием Севда будет Эдик носить, спасибо большое. Так, это салфетки тоже. Так, Севда, это что? Скажи мне, что это? Так, сейчас посмотрим, что это. А, это салфетки тоже всякие, всевозможные салфетки. Может быть, они для чего-то, вот прям отдельно надо будет у нее спросить. Так, в общем, спросим у Севды. Вот, это вот такие вот. И прям целая-целая здесь пачка. Как микрофибра, она такая приятная, нежнее даже, чем микрофибра. Так, девчонки, это платье, я так думаю. А, нет, девочки, это занавеска, она мне говорила. Это новый отрез, большой отрез, то есть, говорит, на одну какую-то комнату тебе хватит. Она воздушная, пушистая, поэтому не буду ее всю вскрывать. Но то, что она красивая, смотрите, всевозможные на ней, ее надо будет шить. Но это уже все после ремонта, да, вот такую она огромную, она говорит, уже, говорит, в одну комнату повесишь, говорит, она красивая, нарядная, она покупала ее себе,
Но там все переиграла мебель, ремонт. В общем, не подошла она ей. И, в общем, она новая, все, это новый такой отрез. А я еще подумала, думаю, платье, что ли, комуськи. Думаю, мы же в том видео распаковывали одно платье с диснеевского магазина. Так, дальше. Это вот такие полотенца я открывала. А, это салфеточки такие же, как полотенца. Все, поняла. Сейчас откроем, посмотрим. Так. Да, точно такие же полотенчики. Это маленькие полотенчики, девчата, вот такие вот. Ну, в общем, полотенчики, салфеточки. Хорошие такие, махровые. Севда, сколько ты всего наложила, это ужас. Так, девчонки, это маме. Тут так и написано, это маме. Вот это ночная рубашка, здесь ночная сорочка. А, что-то еще. Потом вот такая вот... Сюда складывать таблетки на все дни недели, тоже духи, ободки. Ободки, которые, в общем, они такие ободки, она мне говорила, что они не сдавливают голову. Это тоже для мамы. А, что-то еще здесь, девчонки, но я не буду открывать. Так, я отвезу маме в этом пакете. Мама уже откроет вот эти витамины, омега, все-все вот это маме тоже отвезу. Так, вот это всевозможные пакеты для заморозки. Всех калибров, всяких разных, каких только не хочешь. Это все тоже сложу в один пакетик, буду пользоваться. У меня морозильная камера. И все севда, что складывала, паковала в эти пакеты. Так, девчата, это севда мне покупала, я из-за них знаю. Она мне фотографировала, показывала. Вот такие вот шлепки. Вот такие здоровские, вот на такой подошве. Вот видите. Сейчас я померяю. Она говорила все, и размер мой спрашивала. Все спрашивала. Так, вот здесь у меня эта пупырчатая бумага. На нее поставлю. Так. Ой, она еще стреляет. Севда, мой размер. Все идеально просто. Просто как раз. Просто прям как надо. Севда, огромное спасибо. И с размером, и все угадала. Отлично, просто отлично. Спасибо тебе большое. Хорошенькие шлепочки такие. Золотые. Так. Так, это тоже все пакеты, пакеты, пакеты для заморозки. Это тоже поменьше калибром. Так, дальше. Так, Б-комплекс, витамины Б-комплекс. Это всевозможные Б, В6, В12, всякие-всякие, какие только хочешь. В общем, все здесь написано, тоже все узнаем, как это пить. Потому что пить просто так тоже, это все надо пить по инструкции, сдать кое-какие там анализы, что я тоже буду делать. Здесь 465 таблеток всяких и всякие Бышки в нем. Вот видите. Это все не шутки по поводу витамин. Витамины. Так, это фонарики. Ладно, сейчас нож возьму, вскрою. Так, это у нас идут всевозможные специи. Сейчас. Вот. Турецкие супы. Все, девочки, поняла. Это турецкие супы. Это не специи. Тут подписано. Попробуем севда обязательно. Расскажешь все. Так, это у нас идут. А, это идут такие губки-мочалки для чистки кастрюль, сковородок и всего прочего. Вот с таким вот, с такой вот поверхностью. Грубой такой, прям как, знаете. Они уже, она говорила, сразу идут с мылом, то есть не надо ничего мылить. Просто начищаешь и все. Так. А что это? А, девочки, это наушники. Это севда ложила наушники Тимуру. Вот в такой вот сумочке. Все. Тимур, это тебе. Дети там все стоят. Тоже ж интересно. Да кому не интересно? Взрослому интересно. Алина, дайте мне ножик. Так, это пакеты, пакеты для заморозки.
Так, это сумки. Ага, все, поняла. Это две сумки, девчонки. Вот такие вот сумки. Сумки-авоськи. С таким. А, тут еще и карман для мелочи, наверное, для этих. Вот такие сумки. Все в хозяйстве пригодится, как говорится. Так. Дальше. Это все откладываю. Это все, скорее всего, чаи, специи. Это все будем у Севды спрашивать. Это вот прям все-все баночки. Я вот сюда отдельно чашку взяла. В чашку ложу. Так, ножик. Вот эти фонари, она говорила, их можно в какие-то шкафы вешать. То есть они от батареек. И они, то есть без электрики, ну, работают без этого. Ну, что-то надо тебе срочно взять. Включил, и тебе видно будет. Так. Все так запаковала. Все целое, Севда, пришло. Посылки были хорошо запечатаны, ничего не вскрыто. Никаких, все видно, ну, видно, все было сложно, аккуратно. То есть, видать, как ты все складывала, так все и дошло. Коробки были аккуратные. В общем, вот такие вот два больших фонаря. Он off. И сюда вставляются батарейки. Они на скотче на этом двухстороннем. В общем, в шкаф прикрепил, и вуаля, вот тебе и светло. Ой, он уже с батарейкой. Все, видали? Так, это у нас идет индийская приправа карри. Все, Севда, поняли. Так. А это что? А это шнурки. Шнурки запечатанные. Так, это тоже у нас баночка относится к специям. Тоже все у Севды спросим. И, в общем, вот она, пожалуйста, вон третья огромная коробка вот такая вот. И еще в каждой коробке сумки. Вот такая вот сумка. И сумка уже была поставлена в коробку. Севда, спасибо тебе большое. Но это еще не все. Очень-очень много она прислала, девчонки, вещей. Ой, еще целая огромная сумка с вещами. Там и Алине, и Камиле. Да, и Алине, и Камиле. Это куртка такая, халатик, девчонки, это на Алину, на Камилу на вырост. Но все, что на вырост, все уберем, все сложим, и, в общем, будет она потом одевать. Еще дети сейчас растут моментально. А Севда также и мне вещи высылала. В общем, сейчас покажу свое, очень много вещей. И сейчас все-все начну показывать, это, девчонки, займет очень-очень много времени. В общем, сейчас покажу. Так, и Эдику. И Эдику. Так, футболка новая тоже. Это все-все новые вещи, все с этикетками. Это Тимуру. Тимуру, да, подойдет. Вот сейчас в школу будет одевать на физкультуру. Так, дальше. Вот такая футболка. Так, вот такой свитерочек. Это кому у нас подойдет? В общем, кому-то из мужиков подойдет наших, или Эдику, или Тимуру. Так, вот такая вот рубашка. Это Эдику. Видите? Целых две. Вот какой сумка? Две сумки с вещами. Так, вот такая вот рубашка. Тоже Эдику. Это уже на осень. Очень много вещей. И даже сейчас и не перемеришь все. Все не перемеришь. Это мы уже все это показывать не буду. Уже сами будем мерить. Будете нас видеть в этих вещах. Так. Всем-всем-всем-всем до внимания сделала. Вот такие вот футболка. Это на Алину. Так, вот такие шорты. Ну, Тимур, Эдик. Вот такие яркие шорты. Так. Ой, девчонки, все и не покажешь. Если я начну, это целый, тут целый шифонер. Так, это Севда покупала мне. Вот такие вот штаны. Они мне будут прям само то, это 100%. Очень приятные такие, но это на осень. И к этим штанам мне Севда покупала кофту. Сейчас я вам, девчонки, покажу ее. Все померяю. Ой, столько вещей, хочется этот
и все показать, но я не буду, девчонки, времени много займет. Вот такая кофта, это она мне покупала, да, она мне фотографировала, ложила, присылала на WhatsApp. В общем, это сейчас и размерчик мой будет, и, в общем, вот такая вот расцветка, как, знаете, что-то типа национального орнамента. Вот, на рукавах ткань очень приятная. Вот просто жалко, что на этот, что поношу ее мало. Потом-то я ж сдуюсь, она мне будет большая. Севда, спасибо тебе большое за все твои растраты, за все твои труды, в общем, за все. Это сейчас модная Алина, сейчас выходит сразу. Ой, мам, это же модные вот эти вот футболки, знаете, вот, вот такого формата. Это их много там. И плюс еще и такие же штаны есть, как эти футболки. Так. Вот еще. Вот такая, да, вот они, эти штаны. И такие, еще вот под эти штаны вот такие футболки есть. Все, видите, новое, все этот. Севда, спасибо тебе большое. Вообще этот костюм еще чуть схудну, и можно и мне будет одевать. Так, а что тут размер? Размер не написано. Ну, так по штанам смотрю. Алина, тебе небольшие будут? Большие. Большие? Ну, все, тогда я схудну. Это как, это костюм. Там еще есть, по-моему, такая же футболка. В общем, схудну буду одевать. Буду вот такой модной американской одежде ходить. Так, вот такая еще. Тоже как футболка топик. Вот, видите. Все, видите, девочки, на всем висят этикетки. Это все вот это пойти купить и сделать нам, и нам отправить. Это обалдеть. Так, тут что у нас? Париж. Это мне тоже можно будет одевать. Вуаля. Париж. Так, вот такая еще. Это, по-моему, под эти штаны или нет? Так. Она получается спереди. А, спереди она вот так завязывается. Вот. Вот так. Видите? Так, вот такие вот лосины. Я думаю, я уже смогу это одевать на следующий год. Однозначно. Ага. Ой, тут и конца и края просто нету. Нету ни конца и края по вещам. Так, Алине. Вот такое платье. С капюшоном. Как бы спортивное такое, военной тематики. Здоровское. Так. Это что? Алина мне подарила. Так, это футболка. Это на меня. Некуда, мне уже большая серда. Это я маме отвезу. Это ночнушка. Она как ночная рубашка. Она даже длинная, да. Ну, посмотрим. Померяем все. В общем, ладно, ребятки, все. На этом я закругляюсь, заканчиваю. Там еще много, много всяких вещей. Еще целая сумка. Все это будем уже сами смотреть. Ну, вы поняли, да? На час с лишним вышло 3 посылки. Севда, всем спасибо тебе. И вам, девчонки, спасибо, что разделили со мной такую радость. Ну, правда, радость. Вот так человек, живя где? В моря и океаны, да? И вот так вот нам всем сделал вот такой сюрприз. Все, мои хорошие. Пока.